Здравствуйте, обзор на Xiaomi 13 Lite, абсолютно новый, сейчас вам все покажу, расскажу. Вот заводская пленка, как вы спрашивали, давайте коробку покажу сначала. Пожалуйста, вот все данные, надписи, 8 оперативки, 256 памяти. Так, коробку открываем. Здесь, смотрите, зарядка у нас. Запечатанная, 67 ватт, мощнейшая. Провод также запечатанный. Ай-яй-яй, вот это пушка, это ракета. Так, сейчас я открою. Открыл, смотрите, вот ключик идет. Документация здесь получается. Чехол, даже чехол идет новый, прозрачный. Сильно распечатывать не буду, чтобы все было красиво сложено, как новое. Ну, потому что оно по факту же новое, сами понимаете. Так, давайте телефон теперь вам покажу. Телефончик вообще пушка-гонка. Сейчас вот так распечатываем. Ай-яй-яй, конфета. На экранчике также заводская пленка еще наклеена. Никто ее не срывал, все идеально. Все, состояние вообще идеальное, наклейка, все как положено. Настройки. О телефоне 13 Lite, 256, 8 оперативной, все как положено. Так, аккаунты покажу, что аккаунтов здесь нет, все четко. Вот, Google тоже нет, видите, вход пишется. Войти можно. Все, тут тоже аккаунта нет. Чистый новый телефон, полный комплект, зарядка, еще и чехол, документация, все есть. Вот. Вот так все это у нас смотрится. Пушка. О, пожалуйста.